Я думаю, что очень важно определить стратегию. Стратегия наших партнеров в Израиле заключается в предотвращении ущерба и смертей. И именно поэтому они нашли способ эффективно перехватывать и сбивать иранские ракеты. В Украине же только в том, чтобы помочь восстановиться после ущерба и минимизировать будущие угрозы, а также выразить соболезнования в связи с гибелью мирных жителей. И это две разные стратегии. Поэтому наша задача сегодня — найти способ, который позволит также избежать смерти и разрушения в Украине, а не восстанавливаться после них. Я здесь для того, чтобы поговорить о предоставлении Украине большего количества систем ПВО и ракет, и «Большая семерка» имеет возможность это сделать. У нас есть очень подробная повестка дня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он делает все возможное, чтобы помочь Украине получить больше ПВО.